Любители природы, грибнички, всем здравствуйте! Приветствую вас на канале Грибомания. Из обалденного смешанного леса, вот здесь преимущественно сосны, если вы видите, вот дубочки, есть березовые участки, осиновые, в общем, очень классный лес. Одесская область, Савранский район. Сегодня у нас 26 сентября 2022 года. Такая не очень запланированная поездка. Надеюсь, что-то удастся найти. Будем бежать. Времени, опять же, не так много. Далеко это мы уехали, 200 с лишним километров. В общем, все, что найду, покажу вам. Надеюсь, что-то классное. В путь за грибами. Да, и чуть не забыл. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь, кто не успел подписаться. Очень много людей неподписанными смотрят. Комментарии пишите, впечатления, как у вас с грибами. А если хотите больше фоток грибных, переходите в Инстаграм. Там их всегда много, каждый день новые появляются. И самые красивые. Ну а теперь точно в путь. Ну пока и в этом лесу у нас красивые плютеи встречают олени. Вот на березе. Такой гнилой совсем. Ну, идем. Других хочется грибочков сегодня. Так, вот этот гриб в наших краях я встречаю впервые, хотя знаю, что они растут кое-где. Это черный грусть. Очень переросший. Кстати, очень хорошего качества для своего размера. Да, вот чернушка. Вкуснейший грибочек. Млечник. Класс. Прям дыхание сперло. Пока один. Еще недалеко. Два черных груздя. Нету семей почему-то. Ну, прям больших. Вот тот вот побольше. А вот совсем малюсенький. Такой. Ну, как раз бы вот таких бы всех. Ладно, смотрим. Только зашли. Еще один приятный сюрприз. Зонтик пестрый. Такой молоденький, класс, который барабанная палочка, маракаса или булава. И еще один есть. Вон он. Сейчас. Такой еще меньше. Красавец. Таких две штучки пока. Так, а вот попалась поляночка шампиньончиков. Молоденьких. Так. Это шампиньон августовский. Так, не червивый. Вот еще два маленьких сейчас проверим. Еще молоденький. Ну и там дальше чуть постарше. Тоже посмотрим. Ну, классная сорти намечается. Ну, шампионов реально много этих. Разного возраста. Помоложе, постарше. Совсем старые есть, совсем молоденькие. Вот эти вот уже такие. Вот сорвал пару штук подраскрытые. Вон там в траве совсем старый стоит. Наверное, да. Вот этот совсем уже умер. Вот видите, практически черные пластинки у него. Ну и молоденьких шариков так попадается немножко. Вот эти какие полянки интересные. Берем самый свежий, берем, конечно, классный гриб. Вот в сосновой части дождевички сразу же.
небольшие, шиповатые, я бы сказал, даже маленькие. Вот. Красавчики. Так, а вот возле сосны семеечко каких-то грибочков. А ну-ка. Ага. Ух ты, это такие маховики какие-то. Вот. Молоденькие рядом. Ну, красивые. Что за маховик, интересно? Маховик бархатный какой-то. Ну, они все похожи и все съедобны. Ага, и слизень вот такой вот огромный. Подбирался к ним. Ну, сегодня мы быстрее, чем он. Ну, неплохо. Вот таких 4 маховичка. Посмотрите на эту красоту. Обалдеть. Даже уже и барабанной палочкой назвать не получается. Ну какой зонтяра. Из-под веток не вытащить. А, и вот тут еще кто-то есть начал. Ну, мы закончим, я думаю. Ну, супер. Красота. Нравится мне здесь уже. Очень молодая рядовка красно-желтая или желто-красная, одиночно почему-то. Обычно они семейками растут. Вот сосновая ветка, ну вернее деревце сосновое умершее. Вот так они и любят расти. Вот, желтые пластинки, желто-красная шляпка. При отваривании становится черным. Вкус довольно посредственный, но гриб съедобный. Я его сегодня точно не беру. Ну вот какая красота, издалека мало заметная. Смотрите, какие. Вот этот барабанные палочки. Причем сразу 2. Обалдеть, вот это качество. Все, зонтовый день у нас сегодня. Берем. Посмотрите на этих малышей, обалдеть. Вот это вот, ну вообще сок. Это в банку пойдет. Так это далеко не первый. И он тут не один. Так, этот раз. Вот, смотрите, чуть-чуть побольше. Вот еще один. Третий. Вот четвертый. Думаю, что есть еще. Но они по цвету с подстилкой тут сливаются. Это супер просто. Берем. Вот это класс. Так, вот. Еще один дебют этого сезона. Смотрите. Маслята. Причем маслята поздние осенние. Сейчас проверим, конечно. Вроде они. 1, 2, 3. Вот еще один. Еще один. И вот тут вот. Смотрите. Еще 3. То есть, короче, по-моему, 8. Супер. А ну-ка проверяем, что за сорт. Да, масленок поздний. Еще закрытый. И маленькие, соответственно, тоже будут такими. Какая красота. Летних мы в этом году не видели, зато есть осенние. Ну, это венец. Посмотрите, друзья. Я в шоке. Ну вот в это я никак не мог поверить сегодня. Ёлки-палки белый. Обалдеть. Это что-то. Боже, какой он крепкий. Какой он свежий. Боже, лес, спасибо. Ай-яй-яй-яй. Да. Это просто красота. Блин, смотрим еще. Вдруг повезет. Так, сосновый пень. И что у нас? А вот такой грибочек. Это у нас свинушка толстая.
Или лучше называть ее топинелла. Она всегда вот возле трухлявых пней растет, сосновых. И почему топинелла? Да чтобы не путать с свинушкой тонкой, которая ядовитая, токсичная. Это съедобная, условно. Ну, не очень вкусовые качества. Я все хочу попробовать, это все по откликам чужим. Но это не очень молодая. Найду помоложе, возьму. Ее отличительная черта, вот, бархатная ножка. Черная, ну, такая коричневая, темно-бархатная ножка. И вот возле сосновых старых пней, как вешенка выглядит. Ну, вы видели вначале, вот. Похоже на вешенку. Вот. Идем дальше. Так, и вот смотрите, какие классные дождевички попались. Обалденные. И их тут много. Вот поменьше. Вот чуть поменьше. Вон маленький совсем стоит. Вот тут мелочи-то. Это все они. Я их так люблю жареные. Просто на каком-нибудь масле. Без ничего, просто с солью. Они такие прикольные. Даже сыну нравится, который в принципе грибы не любит. О, блин, какая семья красивая, смотрите. Ну, вон один, вон навозник какой-то. Вот, смотрите. Обалдеть. Все, сейчас будем брать. Ага, вон еще один на трухлявой березе. А вон еще три. А вон четвертый. Ёлки-палки. Все. Сейчас будем резать. Съедобный гриб в молодом возрасте, пока белая мякоть. А тут посмотрите на этот шедевр. Я такого в жизни не видел. Это у нас черный грусь, скорее всего. Посмотрите на этот размер. Ну, почти 20 сантиметров. Наверное, он, конечно, старенький. Да нет. Нормальный. Обалдеть. Вот что значит южные леса. Супер. Вот. На фоне ножа. Практически одинаковые. И там он еще один. Ну, нормального размера. Более не менее, если видите. Эх, бутылка какая-то валяется. И сюда мусор пришел человеческий. Ну класс, берем. Так, вроде прошли мы дровосеков. Пилили там лес. Я вам не показывал долго ничего. Ну вот маслятки сейчас нам попадаются. Такие молоденькие, ну такие красивенькие. Прям два дня им. В молодых сосенках. Ну тут. Ну и другие деревья растут, но вот в этой части в основном сосны. Ага, вот постарше чуть-чуть. Вот такие красавцы. Сейчас достанем их оттуда как-нибудь. Ну, они постарше, но не настолько молодые. Класс. Обалдеть. Боже, как я рад. Супер. Вот на этой полянке получилось раз, два, три и четыре, пять молоденьких маслят. Супер. Так, очередной гриб в сегодняшнем ассорти. Вот он, горькушка. Грусь горький. Вот, мы опять недалеко от лесорубов, так что сейчас будет слышен бензопилы звук, уж простите меня. Не мог пропустить, чтобы не снять. Вот три горькушечки, до этого еще три нашел. У нас сегодня есть грусь черный, горькушка. Вот попробуем их засолить вместе или замариновать, посмотрим. Млечный сок есть, вот если видите белое молочко. Очень горькое, ну как и у черного груздя, кстати. А вот он мелкий, кстати, вот в беломошнике. Вот, малюсенькая горькушечка растет. Берем, бежим, а тут если присмотреться, их вон много лезет. Ну эти мелкие еще совсем. Классно. Это гриб вообще очень массовый, их вот скоро будет очень много. В таких лесах. Да, думаю, что через там 4, 5, 10 дней их будет тут очень много, этих маслят. Потому что
Ну, эти еще более-менее вот таким берем на мариновку. Нормальные. Ну, вообще, я их срезаю. Так, удобней. Вот. Такие красавцы. Пуговок очень много. В общем, будут. Единственное, что дождиков бы еще. Ну, вроде как обещают на днях. Так что будем с грибами. Первый на сегодня, пока единственный, красивый, немножко поеденный мухоморчик красный. Первый в этом году. Так, где-то тут дуб есть, надо посмотреть. Вроде сосны. Да, такая красота. Супер. Ой, друзья, есть счастье в грибацкой жизни. Посмотрите. Ну-ка. Опа. Боже, какой он красивый. Ёлки-палки. Одесская область. Обалдеть. Это что-то. А ну-ка мы его сейчас посмотрим. Это обалдеть. Какой же он свежий, а? Белоснежный практически. Так. И смотрите. Его напарник. Я в восторге. Я, если вы знаете, я все грибы люблю. Не белые, не белые. Ну, не могу не согласиться, что это красота. Истинная. Это супер. Вот. Вот они. Боже, красавцы, а? Ну все, сегодняшняя грибалка уже удалась. Хотя, да, еще и не думает заканчиваться. Ну что, лес удивлять продолжает. Посмотрите. Вы только посмотрите. Боже, он коричневый какой загоревший. Обалдеть. Я в восторге. Опять идеальный. Ну, нет слов. Что еще можно сказать? Кстати, вон там еще что-то. Я думаю, что это, наверное, масленок. Да, не белый точно. Масленочек. Но очень хорошего качества. Вот они. Рядышком были. Красота. Так, а вот впервые в этом году веселка попалась. Да и даже не одна. Вот тут старая. Уже даже головы нету. И вон еще одна. А вот это только недавно выстрелила. Вот, видите. И видите розовый цвет на самой вульве, на яйце бывшем. И значит это, что это веселка Адриана. И она не пахнет вот этой вот дохлятиной, я извиняюсь за выражение, а пахнет такой кислятиной. Вот, кстати, яйцо рядом, но оно уже тоже выстрелило. То есть мы не успели на них. Тут их было вот 4. Ладно, пусть размножаются. Первая веселка этого года. Ну и очередная семейка. Вернее, семейка теперь. То был один мухомор, а уже несколько. Молоденькие только повылазили. Они, некоторые даже вон еще ползут из-под травы. Это 2. А, и вот еще 3. 1, 2, 3. Ну, красиво. Ну что, продолжает лес чудес удивлять. Ну, посмотрите, что еще я нашел. Что это у нас? А это у нас польский гриб. Молодюсенький. Так, польский-то польский. Ну, смотрите. Вот еще один. А вот 2 маленьких.
близняшки. Так, 4. А вот еще один. Тех близняшек, кстати, я до этого не видел, пока тот рвал увидел. Еще один. Итого 5. Дальше. Фух. Малыш. Шесть. Так, уже в руки не помещаются. Вот. Еще 2. А вот с ними. Эх, совсем маленький, ну ладно, уже потревожил. Вот чуть больше. Так, берем эти. Так, ямочки я все потом закрываю. Иногда рук не хватает, чтобы сразу это сделать. Так, я сбился. Вот такая кучка. И я сейчас еще порыскаю, когда закончу снимать. Ну вот еще один точно. Самый большой. А? Какой поляк. Ах. Ну нет слов. Это какое-то чудо сегодня. Что получилось, я даже не знаю. Сейчас почистим, будет красивее, но сейчас тоже неплохо. Вот сколько их. Ух. Грибничковое счастье. 5 квадратных метров. Ну и очень коротко результат этой полянки. 24 польских гриба. Обалдеть. Такого у меня точно еще никогда не было. Ну идем дальше. Может, еще где-то повезет. Так, на той полянке потом, когда закончил снимать, еще одного нашел. Маленького. А вот еще метров до 100, наверное, прошли. Вот какой красавчик, смотрите. И еще один. Вот так вот. Здесь 2. Но это все равно круто. Так, ну продолжаем. Еще метров, наверное, 100. Смотрите, какой. Красавчик, полячок. Вот, не очень красивый. Кто-то покушался на него. Из животных. Возможно, слизень. И вот там чуть дальше. Еще один. Точно. Ну, вроде бы только один. В этом случае я больше не вижу. Это такой толстоногенький. Вот еще 3 штучки. Да вы посмотрите, что эти поляки творят, а? Начинаем. Еще 50 метров. Смотрите, какой. И не фокусируется. Во, какой красивый. Так, разворачиваемся. Так, второй. Все красивые, даже говорить не буду. Ладно, буду, красивые. 3. Вот, смотрите. В мху так красиво. 4. Эх, сломалась шляпочка. 5. Этот совсем малыш был. Ну ладно, 6. Так, оставим это. 6 штук здесь. Дальше. Дальше, дальше. Где-то. Вот они. 7. Смотрите, какой красивый. Боровичок такой. 7. А вот 8 с 9 в мху тоже. Ага, и с 10 они тройные. Смотрите, какое чудо. Короче, ладно, будем считать 10. Ну так приятней. Ага, вот еще вижу. Опять в мху. 11. Хочется аккуратно, не всегда получается. Так, туда положили.
12. Где-то еще было. Где-то точно было. Вот он. 13. Не знаю, все не все. Если что, потом покажу, сколько было. Издалека думал еще продолжение плантации польских грибов. Но вот отсюда было уже понятно, что нет. Маслята крупные попались. Сегодня таких взрослых еще не было. Качество все равно супер. Их тут пусть десятка. Ага, вот здесь еще пленка закрыта. Масленок поздний или осенний, или настоящий. Вон еще они. И вот, смотрите. Три штуки спрятаны. Вон малыши. Вон, вон. В общем, их тут десятка полтора. Обалдеть. А вот на самой дороге. Смотрите на этот сросток. Это маслята. Я даже не знаю, сколько их там штук. Не хочется их рвать, чтобы песком не замазались. Срезать аккуратно. Ага, как-то срезались. Ну вот, можно по ножкам посчитать. Но я думаю, не получится. Ну, десятка полтора, наверное. Вон еще. Ну, сейчас еще посмотрим. Вот я думал, что я сегодня нашел все, что можно найти из того, что можно было представить. А нет, смотрите, вот мне говорили, что в этом лесу их нету. Вот нагло обманули. Смотрите, какие красавцы. Рыжик настоящий. Можно сказать, две штучки. Я в восторге просто. Ну, зонтиков мы, конечно, сегодня насмотрелись. Удивить трудно. Вот, кстати, говорушки перевернутые. Вот мы на них сегодня внимания не обращаем. Так, зонтики, значит, раз, два. Такой молоденький. Вот еще два. Один кто-то проел. А этот, это рекордсмен этого года. Не знаю, как вообще, вряд ли, но рекордсмен этого года точно. Ну, около 30-32, может, сантиметра. И это он еще не до конца раскрылся. Вот такой обалденный. Извините. Вот зонтик пестрый. Молодой. Вот, единственное, что не знаю, влезет ли он ко мне на сковородку. Ну, это супер. Ну, все, бежим дальше. Я уже не знаю, как реагировать, друзья. Ну вот это уже переходит всякие границы, по-моему, щедрости сегодняшнего дня. Боюсь, конечно, сказать, что это подберезовик. Блин, ну это подберезовик. Ёлки-палки. Я его с детства не видел. Обычный подберезовик. Жестковатый это я собирал. И в прошлом году, если вы видели видео. А это обычный молоденький. А тут буквально... Вот. Даже плохо видно. Одна береза. Ну там дальше еще есть, сейчас пройдемся. Обалдеть. Ну сегодня просто... Просто нечто. Сейчас бежим. Мы уже в обратную сторону двигаемся. Ну пробежимся, конечно. Это супер. Что ж, друзья, дорога назад. Отличная грибалка сегодня получилась. Результат... Ну просто супер. Сейчас чуть позже вам его в конце покажу, потому что мы тут в другом лесочке. В машине остались грибы. Зонтики белые, польские, маслята, шампиньоны. Я уже даже, может, и не помню все, что было. В общем, супер грибалочка. Значит, через 20 секунд показываю. Вы пока подписывайтесь, лайкайте, комментируйте, что вы думаете об этой грибалочке и как у вас сейчас с грибами дела обстоят. Больше фоток вы уже знаете, наверное, в Инстаграме. Там каждый день фоточки добавляются. А сейчас пару штук интересных сегодняшнего дня вам покажу.
после результата. Так, вот результат, ребята. Польских полкорзины, там их больше 50 штук, точно не знаю, маслят столько же. Вот тут ассорти, там дождевички, маховички тоже маслят чуть-чуть. Вот это вот два вида, вот это ведро и корзина с зонтиками, и там пару шампиньонов полевых, тоже вам не показывал. Что-то еще есть, где-то в другой корзине черные грузди и горькушки, не знаю точно. Вот 5 беленьких, подберезовик и рыжик. Отличный результат. Теперь точно. Всего доброго. До свидания.